В Дагестане продолжается ликвидация природных пожаров. На контроле МЧС 3 очага возгорания в лесах на общей площади в 166 гектаров. В 2 очагах в районе поселка Тарки, города Махачкалы и возле села Агачеул в Карабудакенском районе пожары локализованы. В Казбековском районе открытого горения нет, но имеются отдельные очаги тления и задымления на площади 500 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 2 вертолета МЧС России. Общая численность группировки, привлеченная к тушению данных пожаров, составляет 196 человек и 14 единиц техники. Из них вот МЧС России 71 человек и 4 единицы техники.